Теперь важная информация для автомобилистов. На улице 8 марта в Пензе на участке от монумента «Глобус» до торгово-развлекательного комплекса «Калаш» вернут старую схему дорожного движения. Об этом сообщили в городской администрации. В рамках пилотного проекта на данном отрезке были выделены отдельные полосы для общественного транспорта, но они не оправдали ожиданий. Как отметили в мэрии, эффективность работы разметки оказалась незначительной. Полностью избавиться от нее планируют до 22 июля.